Всем привет, друзья! Это фан-анимация Сайтамы против Тацумаки. Все, что вы увидите, это канон из манги. Но прежде чем мы начнем, хочу порекомендовать вам канал Бесик, на котором вы найдете очень много годного контента, который понравится каждому. Топ-10 аниме, пересказ, обзор, теории и многое другое. Переходите по ссылке в описании и подписывайтесь на канал. Автор анимации Анимет. Вы больше не сможете геройствовать. Сестра, остановись! Тебе чего? Вы точно сестры? Хватит читать все нотации, успокойся уже. Разве я не сказала отпустить меня? А я говорю тебе, хватит буянить. Заткнись и уйди с дороги. Сила как у Фубуки. Так ты бросила Геноса. Сайтама, не надо провоцировать сестру. Кому сказала пусти? Он выдержал? Да кто он такой? Что за фигня? Мои мышцы вибрируют. Этого не может быть. Ты, я тебя помню. Ты был с Кеносом. Нафига вмешался? Ты тоже в ее группе? Фубуки! Да! Я удержу эту бестолочь. Хватай остальных и уходи. Вижу, ты дружелюбен к сестре. Кто ты ей, если не подчиненный? Кто я ей? Точно не друг. Ни товарищ, ни друг друга. Она просто моя... знакомая. Оно как. И зачем ты так стараешься ради нее? Да и плевать. Посмотрим, достоин ли ты встречаться с Фубуки. Это она не отстает от меня. Ты разрушаешь дома людей. Сколько еще ты сможешь выдержать? Ладно, хочешь драться? Давай снаружи. Да чё ты прицепился ко мне? Не хочется, чтобы ты убежал и опять взялась за уничтожение домов. Сбежать? От такого слабака? А ты неплох. В таком случае, ради тебя, я подниму мощность своего телекинеза. Вроде живой. О, а вот это уже выглядит забавно. Эй, разуй свои глаза! Не учи меня, я и так все знаю. Бесполезно. Проще успокоить ее, пока мы вдали от домов и людей. Разуй свои глаза, лысик! Вот малявка! Чё ты сказал? Теперь тебе точно конец! Машина, проваливай! Слабак! И ты хочешь, чтобы я доверила тебе Фубуки? Забудь и сваливай! Как же я хочу домой. Такими темпами я ни за что не доверю тебе, Фубуки. Так что вали. Я правда хочу домой. А, моя куртка! Извини. Это она виновата. Сколько людей пострадало, хреново. Зовите скорую. Опасно врезаться в здание. Говорил же. Ага, да ты сам врезаешься. Да, но по твоей вине. Мы, Ша, уйдем. Это же
торнадо Тацумаки. Он нарушил сделку, притащив с собой героев. Не бойтесь, даже если она герой С-класса, она лишь одна. Прикончив ее, мы станем знамениты! Босс! Да что с вами не так? Ах вы, ублюдки! Мы снесем ваши чертовы бошки! Заткнитесь, мы тут заняты. Экстренная эвакуация. В городе Н появился огромный монстр. Повторяю, экстренная эвакуация. Соблюдайте спокойствие. Уровень угрозы демонический. Повторяю, покиньте город. Черт возьми, это должно было произойти в день рождения нашей кошки. И больше никого нет из С-класса, вы серьезно? Эй, тварь, так из-за тебя мне пришлось пешком сюда добежать. Чертова мразь. Я покажу тебе свою Какой же ты все-таки упрямый. Хватит уже все разрушать. Почему, по-твоему, мы вышли наружу? Слышь, куда ты нас унесла? Давай обратно! Хорошо. Вот так бы и сразу. Ассоциации героев ведь в той стороне. Ошибаешься, она вообще-то в другой стороне. Ты о моей голове думаешь? Заткнись уже! Кто-то нас преследует. Такая скорость. Герой либо монстр. Не думал, что это его раскидывают по всему городу. В любом случае, тебе конец. Это самонаводящиеся взрывные сюрикены. Какого? Мы на месте? Ну ладно. Покажи свою силу. Чё сказал? Вообще-то это я тебя проверяю. Окей. К чёрту всё! Почему в такие моменты тебя не бывает дома, Сайтама? О, Кинг, ты пришел поиграть? Извини, сейчас не могу. Что ты делаешь? Да я с той малявкой. Я вообще-то слышу тебя! Просто нету слов. Опять землетрясение? Что там? Если это монстр, то я сам его порву. Ты что делаешь? О, так ты уже поправляешься? Тебе лучше еще полежать. Думаю, наш реванш подождет. Проклятие! Я так увлеклась, что потеряла уйму своей энергии. И о чем я думала, когда решилась проверить его? Голова кружится. Отдохни чуток. И давай поговорим. Заткнись! Не нужна мне твоя забота! О, я лечу! Круто! Какой он тяжелый! Он должен был быть уже в космосе! Не напрягайся ты так. Я ж тебе не враг. Заткнись. Я и не собираюсь с тобой дружбу водить! Будь проще. Я вообще взялся успокоить тебя, лишь потому что знаю Фубуки. Бласт! Вот ты где!
Не бросай меня! Бласт, я правда очень старалась. Но ничего не вышло. Я не хочу вселять страх, но иначе будет хуже. Бласт, что мне делать? О, так ты пришла в себя? Успокоилась? Не знаю, какие у эсперов тренировки, но ты очень сильная. Я впечатлен. Я и без тебя это знаю. Раз ты так говоришь, значит, ты в порядке. Я хочу сказать, эспер ты или нет, делай, что хочешь, но больше не разрушай чужое. Отдельная благодарность автору анимации Анимэт, а также Диане за озвучку женских персонажей. Анимация действительно очень крутая. Мне она понравилась. Вот я и решил ее озвучить. Надеюсь, и вам тоже. Если так, не забудь поставить лайк. Давайте сделаем так, чтобы данное видео набрало 5000 лайков. И тогда я озвучу еще фанатских анимаций. Предлагайте свои варианты. Если автор будет не против, я с радостью озвучу. Обязательно пишите свое мнение в комментариях, ибо я читаю все. Ну, по крайней мере, я стараюсь. Спасибо Анимэт за разрешение озвучить данную анимацию. С вами был, как всегда, Аниманго. Всем пока.